Чем спекулировал Путин на Востоке, когда там поднимал людей? Ведь там же многие люди еще по каким-то псевдоубеждениям воевали. Борьба против жирных котов. Слушайте, у нас олигархи управляют регионами и плюют в лицо журналистам. Матерят журналистов в прямом эфире. И не извиняются. И после этого нет никаких абсолютно к ним санкций со стороны нашей власти. И продолжают управлять регионами. И вы что? Верите в то, что люди на Донбассе скинут режим этого Захарченко и Плотницкого и вернутся в Украину, если в Украине будет этот олигархический беспредел продолжаться? Безусловно, такого не будет. И я не понимаю, почему вы полтора часа молчите и не говорите на эту тему. Это самая острая тема сегодня в государстве.